Да, я вас приветствую на моей выставке. Меня зовут Наталья Филипп. Вдруг кто-то меня еще не знает, мало ли. Я художник, акварелист. Немножечко про меня можете прочитать на входе, там некоторая информация есть. И потом, после того, как я немножечко поговорю с вами, можете ко мне подходить, спрашивать. Мне будет очень приятно. Брать автографы на открытие. Да, брать автографы, если что. Я буду очень рада. Вот, я ужасно волнуюсь, потому что это моя первая персональная выставка. Я невероятно благодарна, что вас так много, что вы собрались. Это на самом деле чудесно, когда столько людей хочет увидеть мир твоими глазами, и все пришли посмотреть и послушать. Это очень приятно. Я вас каждого благодарю. Это настолько невероятно. Я думала, что мы будем тут тесной маленькой компанией. Спасибо вам огромное. Хочу сказать, что одним из вдохновителей была моя подруга, которая сейчас живет в Сербии. Она однажды мне сказала, что художнику очень нужен зритель. И тогда в диалоге с ней я поняла, что очень важно выставляться, что нужно не просто работы в стол куда-то отправлять, а нужно показывать, потому что ты никогда не знаешь, как ты повлияешь на других людей. И поэтому иногда кажется, что я там не делаю ничего особенного, я рисую какие-то картинки, как мне кажется. А люди мне потом говорят, что они их заряжают, что они их вдохновляют. Когда я веду свои мастер-классы, мне тоже кажется, что такого, я просто обучаю людей махать кисточкой, а они дают обратную связь, которая переполняет меня совершенно, и говорят, что тоже я вдохновляю рисовать, это так прекрасно. Поэтому я хочу, чтобы вы делали то, что вы делали, с удвоенным вдохновением, с усердием и со всей отдачей, потому что вы никогда не знаете, каким образом вы повлияете на других людей. Мне очень хочется, чтобы моя выставка была историей взаимодействия вас и, может быть, ваших друзей, вашей семьи, чтобы вы приходили и смотрели на это и говорили «А тебе как?», «А что тебе нравится?», «А что тебя вдохновляет?», «Что заставляет твое сердце биться чаще?». Моя задача вот всей этой истории, в общем-то, чтобы возник диалог с самим собой и с близким человеком, с которым можно обсудить, найти точку соприкосновения и новую точку зрения. Почему точка зрения? Тоже я это описывала, потому что иногда на кого-то нужно посмотреть издалека и увидеть весь объем, всю мощь, всю красоту, грандиозность. А кого-то нужно рассмотреть ближе, нужно подойти, и тогда откроется весь спектр того прекрасного, что есть в объекте или в предмете, или в ландшафте. Вот, поэтому не бойтесь менять свою точку зрения, пробуйте смотреть на все под разными ракурсами. Это правда важно, это правда открывает совершенно новые горизонты. Поэтому еще раз благодарю вас каждого, что вы пришли. Натали, может быть, пару слов каких-то скажете? Да. Еще раз добрый день, меня зовут Наталья Захарова. Сейчас я возглавляю Сочинскую организацию «Союз архитекторов». Да, мы пытаемся в нашем пространстве «Дом архитектора» запустить еще, скажем так, выставочную какую-то историю с тем, чтобы здесь стало более комфортно. Когда мне первый раз прислали акварели, пришел запрос, мы хотим провести выставку, вот, было бы здорово. Я говорю, покажите, что планируется выставить. И я, на самом деле, настолько влюбилась прям в первые вот отдельно, их было несколько совсем фотографий. Мне очень нравится, как видит город Наталья. И действительно, я и люблю те города, которые представлены, и как вот взгляд Натальи на эти города, они действительно восхитительны. Но вот когда началась развеска, я увидела, что не только города, а тематика, и на самом деле я очень рада, что есть действительно как более широкий взгляд, так и более узкий, на какие-то фрагменты, на какие-то акценты, и действительно вот умение судить и расширить свою точку зрения, это действительно это очень важно. Здорово. Да. Да, спасибо. Я очень надеюсь, что вы прям получите наслаждение от вот всех этих и больших, и маленьких работ. Это действительно прям удивительная сегодняшняя выставка. Спасибо тебе огромное за спасибо. Спасибо большое. Благодарить всю команду прекрасную, особенно
Антона, который со мной вчера до ночи, до поздней, ты можешь прийти сюда. Человек, с которым, да, мы познакомились буквально позавчера, и настолько это было здорово, что ты мне помог. Если бы не ты, мне кажется, я ничего бы не успела. Если ты скажешь какие-нибудь слова, я потом... Я обычно здесь не помогаю развешивать работу. Я не знаю, как это развесить, я... сказал спасибо, мне заплатили 1000 рублей, я сказал, нет, я больше не буду делать это. А вчера я просто, когда увидел работу, я просто на нее включился, я оставил все свои дела, и весь вечер вот с Наташей колупался сегодня на работу. Да, так что я буду рад, если вам понравится, и та атмосфера, которую они создают, которая действительно что-то вдохновит, и что-то унесет от вас. Да, спасибо. Я вас благодарю и с удовольствием с вами повзаимодействую, пообщаюсь и буду рада, кто меня лично не знает, вдруг познакомиться, пообщаться дальше ближе и, если что, есть QR-коды, посмотреть что-то там поближе. Я открыта всегда общению. Можно я буквально маленький такой акцент? На самом деле здесь еще есть скейтбуки. Да, кстати. Нет, сегодня, да, они только сегодня присутствуют в этом пространстве, их еще можно полистать, восхититься. Но все, больше их не будет, они только на открытии. Да. И если вы оставите отзыв в книге отзывов, я буду безумно благодарна. И еще, если вы хотите поучаствовать в розыгрыше подарков, я хочу подарить свой мастер-класс, индивидуальный, участие в групповом, в пленэре и упаковочку открыток. Если вы хотите, подойдите ко мне, скажите, я хочу, я вас запишу номер, и через буквально полчасика, я думаю, что я рандомно просто повыбираю и устроим. У меня вопрос, а работы продаются с выставки? Да, кстати, хороший вопрос. Продаются, но не все, конечно. Есть те, с которыми просто я так и не могу. Просто запрос, давай твой телефон. Да, можно, да, я его указала еще. Хорошо, вы да, спасибо, говорите, да, обращайтесь, да, непосредственно. Да, спасибо.